Короче, мы выехали на великах. У меня сдуты колеса. И вот мы заехали на какую-то рядом с нами. Техподдержка автомобилей. Вот, Лёшин велосипед, он уже подкачал себе. Да, вот, это ребята. Да. Ребята дали нам насос. Чтобы подкачать. Что, Лёш? Хочу понять, сколько качать. Ну, два качать, 1,5. 2,8, 4,5 максимум. Так, сейчас нет, как накачают колеса. Нормально. Да, качаешь, ты кабан, да. Слушай, а у нас почему насосов нет, я не понимаю. А вот этот насос, который у нас для матраса, он не подойдет? Фонарик включили. Машина же отключена, он не будет. Замок штабеля. Блин, сейчас еще эту машину нам включать. Лёша. Он же, у него колеса-то неустойчивые. Короче, накачаем мы сегодня колеса или нет? Сейчас еще машину людям придется включать. Во, заработал. Машину не надо включать. Что, вообще сдулись, да? Кстати, надо посмотреть, может, тут у нашего этого мотора тоже есть насадки для колес. Мы не догадались. Качает, да. Пока два атмосфера. Но сильно жесткий тоже мне не надо. Нет, такого больше тут. Стоял. Два года стоял. Да? Хухры-мухры. Ой, держи, держи, сдувайте. Основной состав спортсменов вышел на вечернюю зарядку. Не забыл снять очки. Солнце же светит у нас. Яркое. Разминка интенсивная. Вверх, вниз, вправо, влево. Вот, добрались на велосипедах. Вот. Сейчас тоже разомнусь. Ногу пора разминать. Да, клево, конечно, здесь. Здесь и вечером можно. Понятное дело, в 7 утра никто не встает. Ну, достал телефон, что дальше? Снимай, теперь есть. Я что ли в руке буду держать? Я не могу так. Давай я буду держать. Нет, не пойдет. Что-нибудь сделай, чтобы он снимал. Не могу, Лишка. Посмотри, какая красота. Вот спешься и снимай. Когда надо мне камеру вот эту про? На лоб. На лоб. 20. Да, держи. Хочешь поснимать? Да я хочу поснимать пути. Надо купить подставку. Поищу на Озоне держатель для камеры, для телефона. Мне кажется, он тяжелый. Мы снимем вот эту нижнюю часть. Потому что мы столько красоты проехали за собой и ничего не снять. О. Обзорная была экскурсия. Снимем. Ну, поехали тогда. Куда? Домой? Дальше. Поехали.
Юля едет. Я в гамаке лежу. В Сколково парке. Осваивает велосипед. После двухлетнего... Не двухлетнего, годовалого, да? В Турции же катались. Свет. Тушите, дамочка. Что ты хочешь, Юль? Зачем? Тебе так не лежится? Казанское одеяло. Всем бы так. Не, ну каждый от разного, да, испытывается. Ну, ребята молодые, вообще молодые занимаются. Где? Yeah. Посмотри, чем сломался. Че? Валяется. Че? Гамак там сломался. Ага. У тебя так светло, Лёш, как будто бы день. А уже вечер, 9 часов или сколько. Ну, так осветляет камера, так она видит. Эти два толстяка не лазят. Влазим, влазим. Нормально влазим. Да, спорт, конечно. Даже немножко ты поразмялся, уже хорошо. Все хорошо, да. Да? Да. Все? Да.